go to the movies to text your friends or have a three-course meal, or do you make up and have a chat with your mates, then the film review is not for you. But if you go because you love films, then this is where we discuss all the top releases from award contenders to no hopers. The film review, tonight at 5:45 on the BBC News channel. Give us 15 minutes and we'll give you the movies. Добрый вечер, добро пожаловать всем, кто заглянул к нам. И первая просьба, пожалуйста, поздоровайтесь с нами, включите микрофоны и поздоровайтесь, пожалуйста, с нами. Hello. Здравствуйте, как вас зовут? Дарья. Дарья, очень приятно. Дарья, вы откуда? Из Белгорода. Из Белгорода. Очень хорошо, здорово. Я сейчас нахожусь в городе Владикавказ, если вы такой знаете. Наверное, знаете, да? Хорошо, дальше, пожалуйста. Включите микрофон, представьтесь. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Александра. Саша, да? Можно вас? Или Александрой нужно обязательно? Саша, можно. Хорошо. Саша, откуда вы? Я из города Пенза. Из города Пенза, очень приятно. Как я вам сказал, я сейчас нахожусь в городе Владикавказ. Еще, пожалуйста. Ага. Еще, пожалуйста, кто у нас присутствует? Микрофон включите, пожалуйста. Поздоровайтесь с нами. Будьте так любезны. Вообще, вы знаете, я раньше пользовался другими комнатами, в которые можно было заходить без дополнительного приглашения. И почему я все время требую микрофон? Потому что, видите, люди разные совершенно заходят. И когда они не здороваются, когда нет микрофона, ну, могут совершенно разные вещи быть. И поэтому вы уж меня извините, если мне придется, ну, какие-то принимать меры по ходу всего. Значит, еще раз, для того, чтобы все было нормально, включите микрофон и поздоровайтесь с нами. Будьте добры, пожалуйста. Включите свой микрофон и поздоровайтесь с нами. Потому что это урок языка, на языке нужно, естественно, говорить. Ну хорошо, я сейчас пока могу общаться только с двумя людьми, Дашей и Сашей. Дарья, вас можно называть Дашей? Можно. Можно, хорошо. Спасибо. Итак, буквально прежде чем мы начнем, еще пару вопросов. Дарья, скажите, пожалуйста, вы в 10 классе? Нет, я в 11. А, ну вы перешли в 11, я это имею в виду, да. И учебник у вас Spotlight, да? Нет, углубленный. Enjoy English. Enjoy English. Угу, хорошо. А сколько уроков английского в неделю? Ну, 6. 6 уроков. Угу, хорошо. У вас какая оценка по английскому? 5. Хорошо. Саша, те же самые вопросы к вам. Скажите, пожалуйста, вы по какому учебнику занимаетесь? Spotlight? Так, сейчас я вот уже выпустилась из школы. А, вы выпустились? Сейчас я поступаю на курсы чешского языка в городе Брно. Через неделю уезжаю туда. Ага, понятно. Занимались мы по Rising Star, красному. Угу, понятно. Я занималась по Rising Star, красному. У меня была отдельная программа. Угу, хорошо. Замечательно.
Саша, я что вам хочу сказать, что вы же понимаете, что у нас есть какие-то договорные обязательства. И вот этот вот урок в пятницу, он связан с ЕГЭ. Если вы хотите посещать бесплатный урок, не связанный с ЕГЭ, то это в понедельник. Но сегодня, тем не менее... Да, я на почту получала. А что? На почту получала сообщение, я не поняла. Хорошо. То есть сегодня мы в основном будем говорить о ЕГЭ. Еще, пожалуйста, кто-то у нас подключился. Я даже не знаю, как вас назвать. Пожалуйста, представьтесь. Микрофон еще вот включили, написано Ситен. Как вас зовут, простите? Меня зовут Лена. Лена, очень приятно. Лена, Лена, скажите, вы откуда? Я из Нижнего Новгорода. Нижний Новгород, очень хорошо. Я был в этом году в Нижнем Новгороде, правда, проездом, но на вашем автовокзале был, в командировке был. У вас там в Дзержинске было предприятие, на котором я работал переводчиком. Пожалуйста, Лена, какой учебник? В смысле, какой учебник? По какому занимаетесь учебнику? Spotlight? Нет? Нет, какой-то New York Opportunities. Opportunities, хорошо. Какой класс? Перешла в 11. Перешла в 11, хорошо. Значит, сколько уроков английского в неделю? Три урока, понятно. Еще я хожу в языковую школу. Языковую школу ходите. Сколько уроков в языковой школе? Два в неделю по 90 минут. Два в неделю по 90 минут. Понятно. Там какой учебник? Там мы не по учебникам занимаемся. А как вы занимаетесь? Ну, просто буквально там... Мы смотрим фильмы, разговариваем. Угу, все понятно. Читаем книги. Хорошо, хорошо, все понял я. Спасибо вам большое. Очень здорово. Значит, какой сегодня план на урок? И, конечно же, если у вас будут какие-то соображения, то, пожалуйста, я с удовольствием послушаю, что вы можете предложить. Значит, вышел анализ типичных ошибок, которые были сделаны в 2015 году учащимися на экзамене ЕГЭ по английскому языку. Я не знаю, вы знакомы? Там у кого-то машина слышно, как едет. Я не знаю, вы знакомы с этим документом или нет? Я читали, да? Я сдавала ЕГЭ в этом году английского языка. Ага, понятно. Ну хорошо, то есть в курсе вы этого. Значит, немножко мы пару слов скажем по этому поводу, по поводу методических рекомендаций и анализа. А потом, следующее мне хотелось бы поговорить с вами по поводу того, как этот анализ этих ошибок, как он сказывается на вашем взаимодействии с учебниками. И перейти к тому, как вот... Вы же сами понимаете, я все время говорю о том, что углубленный английский, и меня очень часто, неправильно трактуют в том отношении, что считают, что углубленный английский это должно быть либо advanced English, либо proficiency English, то есть какая-то аналогия с кембриджскими экзаменами. Все отношение имеется только к школам с углубленным изучением английского языка, которые были созданы в 50-х, 60-х годах в России. И я в один из первых потоков попал. И то, как нас учили, я стараюсь каким-то образом передать вам. И вот рассказать, каким образом это все связано с экзаменом ЕГЭ. У нас появился еще, наверное, молодой человек. Богдан, если можно, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Богдан, вы откуда? Из Ижевска.
Из Ижевска. Очень приятно. Вы в 11 классе? В 10. Но в 11 не перешли? Нет. Хорошо, 10 класс. Какой учебник у вас? Биболетова. Биболетова. Угу, хорошо. Сколько уроков английского в неделю? Пока еще нет расписания. А в прошлом году... Урока три. Три урока, хорошо. Еще вы занимаетесь где-нибудь английским? Так, сам. Только сам, да? Ну, хорошо. Какая оценка у вас по английскому? Пять. Пять, хорошо. Понятно. Значит, вот еще раз, как я вам сказал, мы начнем с вами... Да, еще один человек, Анна, наверное. Анна, включите, пожалуйста, микрофон, представьтесь. Будьте добры. Хорошо, не будем терять время. Значит, вот, если вы видите, сначала в этом самом... Я покажу вам, о чем идет речь. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2015 года по иностранным языкам. Это все, этот документ находится на сайте ФИПИ. Ну, буквально вот несколько слов по каждой группе заданий, которые здесь дается. Итак, вот видите, первое разбирается аудирование, и здесь сказано: The presenter introduces Emma Smith as a maternity advisor, journalist, www.mompol.com founder. И нужно было в аудировании подобрать, какой может быть ответ. И здесь вот говорится, что в основном большая группа экзаменуемых выбрала ответ второй. Почему? Потому что раз интервью, то это журналист. Вторая группа выбрала третий ответ, потому что www.mompol.com прозвучало в аудиотексте, и только третья группа выбрала правильный ответ. Если же послушать на самом деле, что там говорилось, то там было сказано «Let's ask Emma Smith, who consults young mothers». И вот это слово «consults», «young mothers», это будет синонимы к «maternity advisor». «Consults» — слово «advisor» и «mother» — слово «maternity». Поэтому это будет правильный ответ. И здесь говорится, что многие не сделали это правильно. Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу? Когда я сдавала ЕГЭ в этом году, у нас первое задание, ну, у нас не такое задание было, у нас было какое-то другое задание, первое аудирование, а нам сначала полстраны не зачли правильные ответы, два правильных ответа. Потом начались звонки на горячую линию ЕГЭ, и нам зачли те два правильных ответа, которые дала вся страна, в общем-то, и нам повысили на 2 балла. Простите, я немножко не понял. Вам зачли два ответа? Как вы сказали? Мы считали вот те ответы, которые мы сказали. Ну, сначала сказали, что это неправильные будут ответы. А потом как-то пересчитали. Да, я слышал об этом. Да, я слышал, это было большое обсуждение в интернете этого дела. Да. На 2 балла нам повысили. Как говорите? Это Анна, да, присоединилась к нам? Да, здравствуйте, hello. Здравствуйте, Анна. А скажите, пожалуйста, Анна, вы откуда? Я из Московской области, волонтерка. Московская область, хорошо. Анна, скажите, сколько у вас уроков английского в неделю? Два, и это я точно не помню. Хорошо, какой учебник? Простите, еще раз. Какой у вас учебник? У нас был не Enjoy English, а я не смогу вспомнить, наверное, сейчас название. Ну вы в 10 или в 11 классе? Я в 11 классе. В 11. Может быть, у вас учебник Spotlight? Да, именно такой. Хорошо, Spotlight. Замечательно. Оценка у вас какая, Анна? У меня 5. Угу, хорошо. Итак, идем дальше. Следующий после этого идет разбор чтения. И здесь вот в чтении, посмотрите, пожалуйста,
Здесь говорится вот об одном из сложных примеров. Посмотрите, пожалуйста. The stems of banana trees need support. То есть стебли... Анна, у вас шумит, вы можете сделать так? Анна? Нет, это не Анна. А, Анна, да. У вас шумит, вы, если можно, отключайте микрофон. А когда будете говорить, будете включать. Хорошо. Спасибо большое. Значит, стебли банановых деревьев нуждаются в поддержке, и дается 4 варианта ответа. They bear too many bananas, their structure is fragile, there are not enough branches, they grow too tall and thin. То есть, первое, они выдерживают очень много бананов, и их структура очень хрупкая, недостаточно веток, и они слишком высокие и тонкие. И теперь в тексте говорится, among the other interesting tidbits, we learned that that banana trees are not even trees, they are the world's largest Pyrenean herbs. Ну, вообще, конечно, достаточно трудный текст, здесь сказано, что это для высокого уровня чтения. Среди других интересных кусочков информации мы узнали, что банановые деревья, в кавычках, на самом деле не деревья. Они самые большие многолетние травы в мире. The distinction is not merely academic. И различие не просто в академическом смысле. The stems, то есть стебли, which may appear to be solid trunks, которые кажутся как очень крупные стволы, are simply multiple layers of very large leaves that could be cut through with a regular knife. Просто это многочисленные слои больших листьев, через которые можно прорезать обычным ножом. In fact, the stems often break under the weight of the bananas and need to be supported with poles. На самом деле, стебли часто ломаются под весом бананов, и требуется, чтобы была поддержка каких-то шестов. И вот здесь говорится, что правильный ответ будет ответ второй, потому что здесь антоним слову solid, то есть они не крепкие, это слово fragile, хрупкий, и синоним stem будет слово trunk. По чтению какие-то вот замечания. Это вот сказано было, что многие не смогли указать правильный ответ. В этом. У вас какие-то замечания будут по чтению? Если нет, давайте быстренько пройдемся дальше. Следующий вопрос – это на грамматику и лексику. Первое, посмотрите, пожалуйста, и должен вам сказать, что это достаточно каждый год повторяется одно и то же это замечание. Большинство ошибок, которые вы делаете, находится на самом первом уровне грамматики. То есть, вот посмотрите, какие самое большое количество ошибок вы делаете на неправильные формы глагола. Bring, build, give, say, sleep, take, tell. Например, на неправильное образование степени сравнения прилагательных. То есть, вы пишете gooder, betterest, baddest и так далее. Затем часто здесь вот еще сказано, что вы вносите артикль тогда, когда нужно внести только превосходную степень сравнения прилагательных. Вы пишете the largest, а артикль здесь подчеркивается, относится к существительному, а не к прилагательному. И это вам засчитывает как ошибка. Не забудьте, пожалуйста, про это. Хорошо, и вот последнее здесь приводится пример задания на слово образование. St. Basil's Cathedral in Moscow was built between 1555 and 1561. According to legends, Ivan the Terrible blinded it so that he could never build such a magnificent structure again. However, these legends seem... All documents say that the same Russian architect built another cathedral in Vladimir later. Ну, на ваш взгляд, пожалуйста, я прикрываю специально ответы. А какой должен быть ответ в первом случае? Угу. Да-да, пожалуйста.
Что-то так сильно задумались все. А почему так сильно задумались? Еще раз, это задание на слово образование. Вам нужно взять слово, которое находится в конце build. А простите, все видят мой экран? Да. А. Да. Ну хорошо тогда. А то я, видите. А почему вы тогда не отвечаете? Что на самом деле оказался слишком трудный пример? Ну, я не ожидал, честно говоря. Я не ожидал, что окажется так трудно. Чем же мне вам подсказать? Ну, хорошо. А во втором случае, however these legends seem... Untrue. Seem untrue. Совершенно верно. Однако эти легенды кажутся неправильными. Хороший ответ, правильно. All documents say that the same Russian architect built another cathedral in Vladimir later. Старые документы говорят, что тот же самый русский архитектор построил еще один собор во Владимире позже. А теперь можно вернуться к первому заданию. St. Basil's Cathedral in Moscow was built between 1555 and 1561. То есть... был построен в Москве между 555 и 561. According to legends, Ivan the Terrible blinded its... Согласно легендам, Иван Грозный ослепил... Builder. Builder, of course, it's builder. So that he could never build such a magnificent structure again. Так, чтобы он никогда не мог построить такое великолепное здание еще раз. Вот было сказано, что... Многие затруднились сделать вот это вот builder, и самое главное, что вы забываете, когда слово образование, вы забываете о формах отрицательных. То есть вот здесь вам показывается an, im и in как отрицательные формы. Хорошо, идем дальше. Вот еще одно, пожалуйста, может быть, вы сможете сделать. Glass window panes admit daylight, but keep out cold or weather. И дается слово storm. Stormy. Stormy, ага. То есть стекла в панелях оконных принимают дневной свет, но, то есть позволяют проникать дневному свету, но не пропускают холод и штормивую, да, штормливую погоду. Тоже было сказано, что вызвало у вас затруднение, не смогли ответить. Хорошо, теперь, значит, пошли, скажем, несколько слов по письму. Сейчас, секундочку. Ага. Значит, посмотрите, какие основные замечания, какие основные ошибки были в задании 39-м, насколько вы знаете, это личное письмо. Неумение представить полный, точный ответ на запрашиваемую в письме информацию. Неумение ставить вопросы в соответствии с предложенной темой. Неправильное деление на абзацы, логические ошибки, отсутствие мостиков, лексико-грамматические ошибки. И вот приводится пример. You have received a letter from your English-speaking pen friend Nancy, who writes, I know you had your birthday yesterday. Where and how did you celebrate it this year? What parents did, what presents did you get, and which of them did you like most? How do you plan to share photos from the party, if at all? Oh, by the way, my elder sister has moved to New York. Итак, я знаю, что у тебя было вчера день рождения. Где и когда ты его праздновала в этом году? Какие подарки ты получила? И какой из них тебе понравился больше всего? Как ты планируешь поделиться фотографиями с вечеринки, если вообще будешь? И, между прочим, моя старшая сестра переехала в Нью-Йорк.
Ответьте на ее вопросы, задайте три вопроса о новом жилье сестры. Вот, посмотрите, здесь даются ответы. My birthday was wonderful. On the actual birthday we had a big dinner. Speaking of presents, I got many books, clothes and flowers. But I liked every gift, but the camera which my aunt gave me impressed me most. I can share photos if you give me your email. Здесь вот сказано, что but, как вы видите, but I liked every gift, but the camera. Ну, как бы вы сами понимаете, что это неправильно. Я буду как можно короче говорить. Почему? Потому что вы можете, дальше будете сами. Мое дело только, чтобы вы познакомились с этим. И самое главное, что вот, обратите внимание. I can share photos if you give me your email. Я могу поделиться фотографиями, если ты мне дашь email. Если пришлешь электронный адрес. Но немножко неувязка, да? Она пишет письмо и дашь электронный адрес. Ну, может быть. Дальше вот посмотрите. As for your sister, I'm glad to hear such great news. Does she like it? То, что касается твоей сестры, мне я рада услышать такие отличные новости. Ей это нравится? Do you often visit her? Ты часто ее посещаешь? Did your sister design her house herself? Она... но как бы украшает свой дом сама. Первые два вопроса, вы видите, не засчитаны. А, возможно, учащийся не понял слово accommodation. То есть нужно было задать вопросы об ее жилье. Окей. Ну, я думаю, что вы сможете посмотреть эти. Есть какие-то замечания по поводу личного письма? Нету. Пока нету. Хорошо. Значит, что бы мне хотелось, чтобы вы все-таки посмотрели дома внимательно. Вот здесь вот дальше дается разбор сочинения. Fast food outlets should be closed. То есть все места по продаже фастфуда должны быть закрыты. И дальше дается What is your opinion? Do you agree with this statement? И вот посмотрите, какие были сделаны наиболее серьезные ошибки. Участники экзамена часто путают форматы «моё мнение» и «за» и «против». То есть вместо того, чтобы писать сочинение «моё мнение», вы пишете «за» и «против». Когда вы пишете «за» и «против», говорится здесь, здесь просто рассматриваются положительные и отрицательные стороны одной и той же проблемы, и вы не высказываете свою точку зрения. То же самое, посмотрите, пожалуйста, дома. И вот посмотрите, что здесь было не засчитано. Some people think that fast food outlets should be closed. Проблема не перефразирована, добавлено только some people think. Второе, не показан противоречивый характер проблемы. То есть, some people think требует, чтобы в выступлении была фраза, например, а другие не согласны. Однако не все разделяют это мнение. Человек этого не сделал. Дальше, не самое главное, вот мне кажется, самое главное вот это вот. Some people believe that fast food cafes have to be closed. However, there are others who cannot go a day without eating fast food. Здесь... что сказано, что то, что вы сказали, что некоторые люди не согласны с этим, это совершенно не говорит о вашем мнении. И здесь еще раз подчеркивается о том, что вы должны высказывать свое собственное мнение. Я как можно скорее, для того, чтобы нам не было... ну, слишком много этого всего. Есть какие-то вопросы по данному этапу? Нет. Хорошо. Если нет, значит, дальше вы сами понимаете, что здесь будут разборы устной части. И по устной части, я думаю, что вы сможете сделать сами все. Почему? Потому что, если мы посмотрим с вами дальше... на вашу традиционную книжку, то есть на учебник Spotlight,
То вот посмотрите, если вы придете 1 сентября, то 1 сентября учитель у вас начнет вот с этого вот урока. Reading skills. И здесь вот дается, посмотрите, close your eyes and listen to the music. Think, но я не буду ставить вам эту музыку, вы можете себе представить. Think of your family at home on a cold, stony winter Sunday evening. What can you see, hear, smell? How does it make you feel? Скажите, пожалуйста, вы на уроках выполняете подобное упражнение? Нет. Не выполняете. А кто-то другой еще может скажет? Но вы понимаете, что вам же нужно сдавать экзамен на говорение. И самое главное, чтобы у вас получилось это говорение. И каким образом предлагается вообще, вы понимаете, что в ваших учебниках фактически упражнений на тренировку устной речи фактически нет. Почему? Потому что я же вам задал вот этот вот вопрос, вы, как вы видите, вы мне никто не отвечаете. What can you see, hear or smell? How does it make you feel? Почему вы не отвечаете? Потому что это абстрактный вопрос. Самое главное, он не содержит под собой никакой опоры. Я хотел бы вам показать вот именно то, как нас учили, и чтобы вы обратили на это внимание. Почему? Потому что мне было так всегда гораздо легче. Вот смотрите другой учебник. Давайте попробуем по этому учебнику поговорить с вами. So, introducing Eve. Те, кто были на предыдущих уроках, мы говорили о Нике. Сегодня мы говорим о Eve, Еве. Now, look at the pictures of Eve. So, if you... Ну, прежде всего, вот, я не знаю, хотелось бы, чтобы вы знали некоторые новые слова сразу же. Какие новые слова? Ну, вот, например, то, что она держит в руках, она сама ювелир, а то, что она держит в руках, называется blowtorch, то есть паяльная лампа. А то, зачем она работает, называется workbench, то есть верстак. Затем она паяет эти вещи с помощью soldering iron, то есть паяльника, soldering iron. И там еще вы видите на первом месте там pliers, то есть кусачки. Вот даже уже сразу некоторые новые слова, которые вам могут понадобиться, но я вам скажу дальше. Итак, первый вопрос к вам, и я буду спрашивать каждого из вас. How old do you think she is? Рябова, это у нас кто, простите? Здравствуйте, Анастасия, я была в наверное, два занятия назад, но потом просто уезжала, поэтому... Хорошо, здравствуйте, Анастасия, очень здорово. Анастасия, пожалуйста, первый вопрос. How old do you think she is? I think that she is about 40 years old. 40 years old, okay, very good. Now, Богдан, what do you think? I think she is 25 years old. 25, okay, very good. And Daria? My mind, she is about 20 years old. Mm-hmm. Okay, very good. Знаете, говорят, я не знаю, я, конечно, не сторонник там что-то где-то запрещать, но говорят, to my mind, как бы, no, in my opinion, I think, самое распространенное. Ну, нормально все. So, what do you think she does for a living, Анастасия? I think that she makes jewelry. Ага. Хорошо, very good. Now, Богдан. Ага. Sorry? All right. Ничего страшного, Дарья. I think
think that she makes something of beauty. Okay, very good. Теперь я всю картинку вам покажу на весь экран, чтобы вы видели полностью всю картинку. Where does she live? What do you think? Where does she live? I suppose she lives in Britain. Yes, but in what part of Britain? In Wales. In Wales. Bogdan, what do you think? I think she lives on her village. She lives in the village. Okay, very good. Daria, what do you think? I think that she lives in Wales. In Wales. Okay. So why do you think she lives there? So you said she lives in Wales, and some of you said that she lives in the village. So why do you think that she lives in Wales, Anastasia? She lives there. I think so because the picture, which I can see, the place which I can see in the picture, looks like some place in Wales. All right, very good. Bogdan, why do you think that she lives in a village? I think so because there are some home animals and hopes. All right. Okay, I understand. Very good. Daria? I think that she lives there because whale nature, and maybe it is her native place. All right. Very good. Okay. Now we'll read about Eve, and we'll see where you're right or not. Okay? Good. Сейчас мы прочитаем о ней и посмотрим, насколько вы были правы или неправы. Окей. Но сейчас вам нужно мне сказать, сможете ли вы увидеть текст. Прочитаете ли вы текст? Видно его или увеличить? Увеличить. Увеличить. Хорошо. Сейчас мы его увеличим. А сейчас нормально? Еще можно? Еще можно, конечно, все можно. Хорошо, сейчас нормально, да? Да. Замечательно. Так, ну и начнем давайте с самого начала, заголовка. Анастасия, пожалуйста. Local craft is alive and well. Ага. Go ahead. John Marshall meets Eve Maxwell, a 26-year-old jewelry maker from Everly in Wiltshire. Okay, very good. Итак, первое, что мы с вами узнали, что это речь идет о local craft. Что такое local craft? Может, частная территория какая-нибудь? Local craft. Еще какие будут предположения? Анастасия, вы все это должны знать. Это все входит... Да-да. Может, имеется в виду украшение, которое сделано из лакли? Да, близко, но слово craft. Что означает слово craft? Рукоделие, правильно, но поточнее можно сказать ремесло. Итак, если вы не знаете это слово, нужно знать обязательно. Запишите, пожалуйста. Это слово входит в вашу обязательную программу ЕГЭ. Ремесло. Craft. Ремесленник. Craftsman. Craft.
Итак, вы видите, что местное ремесло живое и хорошо себя чувствует. Local craft is alive and well. Далее, Джон Маршам. Ну, как вы поняли, это имя и фамилия журналиста. Встречается с Евой Максвелл. A 26-year-old jewelry maker. То есть она ювелир или создатель ювелирных изделий. Ей 26 лет. Она из Avebury in a Wiltshire. То есть она, это находится на самом деле в Англии, и маленькая деревушка Avebury. Ну, у нас время будет, мы немножко поговорим о том, что в этой деревушке такое же, как... Вы знаете, что такое Stonehenge? Да. Что это? Да. Угу. Сооружение из камней, которое веяно звездами. Да, но дело в том, что... Ага, да-да. Да, дело в том, что оно находится не только в Stonehenge, оно находится еще в нескольких частях Англии. И вот одна из частей это, этих камней стоящих находится вот в Уилтшире, в Эйдбери. Окей. Хорошо. Пожалуйста, Анастасия, читайте дальше. First met well in a covered market in Bath, where she has a stall. Сейчас, секунду, Анастасия, подождите, Анастасия, подождите немножко, подождите секунду. I first met, что это значит, I first met? Я впервые познакомился, запоминайте английские обороты, я впервые познакомился. И никаких предлогов нет. I first met Eve Maxwell. Я впервые познакомился с Евой Максвелл. In a covered market in Bath. В крытом рынке, крытый рынок, в городе Bath. Английский город Bath, как вы видите от слова бани. Там были построены римские бани знаменитые, которые сохранились до сих пор. Where she has a stall. В этом крытом рынке у нее есть что? Что такое стол? Стол? Никто не знает, да? Напишите, пожалуйста. Стол – это киоск, ларек. Может быть, на рынке что еще? Киоск, ларек, прилавок. Итак, у нее есть там прилавок. Хорошо. Пожалуйста, Дарья, у вас что-то, вы пропадаете с микрофоном. Богдан, вы можете читать дальше? А где остановились? А после первого предложения. Ага. As we chat, some people gathered. Gathered. Unging the silver necklace, bracelets and earrings on display. Ага. As we chatted, нужно обязательно окончание читать. As we chatted. Chatted. Повторите, пожалуйста. Chatted. As we chatted. Mm-hmm. Some people gathered. Gathered. Some people gathered. Ага. Fingering the silver necklaces. Fingering, fingering. От слова палец, ага. Bracelets and earrings on display. Итак, пока мы болтали, собрались люди и пальцами показывали на серебряные necklaces. Это опять ваш обязательный вокабуляр. Анастасия, что такое necklace? Necklace не это помню. Ожерелье на шею. Bracelets, понятно. Да, точно. Bracelets, понятно, что это браслет. И earring. Сережки, наверное. Сережки, конечно, сережки, совершенно верно. А что такое on display? На прилавке.
На прилавке имеется в виду? Быть? На витрине, да, на витрине. Дисплей в данном случае витрина. Хорошо. Дарья, у вас что-то с микрофоном там? Даша, микрофон включите, а? Плохо слышно? Не, меня плохо слышно, что-то там написано. Ну хорошо, Анастасия, читайте дальше. Jim had her eye constantly on the stove. То есть она постоянно... If you turn your back on it. Она постоянно следит за своим прилавком. Ага, go on. If you turn your back on it, you can lose a lot. Если вы только повернетесь на минутку, вы можете многое потерять. Go ahead. Ask her if she means silver. Ага. Yes, silver fascinates me. I like the feel and look of it. Хорошо. Я спросил ее, работала ли она, работает ли она только с серебром. Она говорит, да, серебро fascinates me. Fascinates? Захватывает, привлекает. Очаровывает, очаровывает. Угу. Это, очаровывает. Да, это опять ваше обязательное слово из вашего вокабуляра. Go ahead. Eve made jewelry in a small cottage in Avebury, a village set in the high chalkdowns of North Wiltshire. Угу. Хорошо. Мне нравится ощущение и вид, как выглядит серебро. Ева делает украшения в маленьком коттедже в Эйвбери, в деревне, которая расположена в холмах, меловых холмах в северном Уилтшире. Богдан? Пожалуйста. We drove back there after the market closed. Uh-huh. Дальше, дальше. I first came here when I was a student at art school. We had to do some sketches of the prehistoric stones. Mm-hmm. I fell in love with the place immediately. Uh-huh. It's so peaceful. I'd go mad if I had to live in London. Хорошо, Анастасия. Another good reason for living here is financial. If I had a stall in London, in Portobello Road, for example, I'd have to pay an enormous rent and it would cut my profits considerably. Mm-hmm. Go ahead. Quite tough to set up your own business, particularly as a jeweler. Хорошо. Анастасия, спасибо. Анастасия, спасибо, потому что Дарья подключилась, кажется. Дарья, можете почитать дальше? Да, только я не могу найти где. А это второй столбик, второе предложение. Some stockholders, да? Ага. Просто плохая связь, очень. Понятно. Интересно, а с чьей стороны? Вот всё. Ага. Скорее всего, с моей. Ну ладно, хорошо. Хорошо, ладно. Пожалуйста. Some stallholders are quite unscrupulous, especially in the antique side of the business. Хорошо. Go ahead. Продолжайте дальше. They don't put price tags on anything, and they charge what they like if they think a customer will pay it. Mm-hmm. I couldn't do that if I were a man. I'd probably be more aggressive about selling, but do well enough. Хорошо, остановитесь на секунду. Сейчас, Дарья, остановитесь. Вот смотрите, когда вы сдаете, вы же сдаете чтение, и там в обязательном порядке нужно делить на
Что-то кто-то пишет. Ну ладно, я не все успеваю смотреть, что вы делаете, что вы здесь пишете. У меня пропала картинка с учебником. А Анастасия, странно, почему она у вас пропала? Сейчас посмотрим. У всех пропала картинка? Да, теперь да. Теперь да. Интересно, сейчас посмотрим. А, ну да, теперь у меня network failure. Сейчас, да, это уже было с моей стороны, было такое дело. Сейчас она должна появиться. Пока нет. Ну, должна, должна. А, сейчас, секунду. Да, это проблема с моей стороны. Сейчас наладим. Я не знал, что у меня связь пропадает. Так. Но сейчас вы должны видеть же. А видно, нет? Нет. Так, тогда придется... сейчас, мне придется перезагрузить браузер. Уж извините, что сделаешь? По-другому ничего не сделаешь. Сейчас я браузер перезагружу, это одна секунда дело. Раз. Раз.
Раз. Раз. Я очень извиняюсь, но это... Так, интересно, и нету этого самого... Да. Раз. 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 Так, я понимаю, что сейчас меня слышно, но дело в том, что... Сейчас... Я говорю, я понимаю, что меня слышно и меня видно, но, к сожалению, картинку я показать не смогу. Сейчас... Почему? Потому что для того, чтобы картинку показать, для этого нужно перезагружать компьютер. Потому что браузер обновился, и в нем сейчас, для того, чтобы плагины установились опять, для, чтобы я мог показывать весь экран, для этого нужно перезагрузить компьютер. Я, конечно, очень извиняюсь, но что поделаешь. Значит, просьба у меня к вам такая. Пожалуйста, дома, вот этот вот учебник, который я вам показал, он находится на моей странице, я думаю, что вы все знаете ее, эту страницу, да, углубленный английский ВКонтакте, то есть его можно найти двумя способами. Или просто вбить углубленный английский, или по-английски, то есть emphasized English. English. Можно с хэштегом вбивать все это дело. И там будет учебник, который называется... Так, а я не знаю, вы меня слышите, нет? Все микрофоны выключены. Вы что-нибудь скажите? Да. Вы слышите, да? Да, слышно. А, ну слава богу, ладно. Значит, учебник называется Blueprint. Blueprint. Intermediate. Там его можно скачать.
И это будет страница, сейчас я вам скажу на... Так, мне это самому его видно. Это будет страница 74. Сейчас скажу точно. Так. Сейчас. То есть 31 юнит, страница, да, 74. Значит, на этой странице page 74 вы найдете этот вот текст, который мы сейчас с вами разбирали. Значит, пожалуйста, смотрите, что нужно сделать. Нужно, естественно, прочитать, перевести, выписать все новые слова и потом задать 8 вопросов по тексту. И эти 8 вопросов прислать мне с ответами. Обязательно с вашими ответами на эти же вопросы. 8 вопросов и 8 ответов на них. Так? И последнее, что нужно сделать краткий пересказ текста. То есть rendering the text. Вот таким вот образом вы себе представите, во-первых, будут закрыты все те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. То есть вы будете учиться задавать вопросы и будете учиться отвечать на них. И будете учиться также пересказывать, пользуясь всеми теми подсказками, которые даются там у вас в учебнике. На этой же странице там есть вопросы, то есть вы можете на них посмотреть. На них ответить можете тоже и так далее. То есть посмотрите, пожалуйста, все это. Еще раз я очень извиняюсь за такой технический сбой. Кстати, должен вам сказать, что во время похода урока появилось это предупреждение о том, что есть обновление Firefox. Вот. Но я думал, что они не это самое, не сыграют роль, но, как видите, сыграли. Дело в том, что Google почему-то, имеется в виду Google Chrome, почему-то разорвал взаимоотношения вместе с Явой. А только Ява, насколько вы знаете, поддерживает вот все эти, то, что можно показывать экран и так далее, мой вам. И поэтому мне приходится переходить, то есть пользоваться двумя браузерами, Google Chrome и Явой. Вот, а Ява вдруг решила в середине урока обновляться. Ну уж извините, пожалуйста, бывает такое чрезвычайно редко, конечно. А есть какие-то вопросы ко мне? А вот вы мне говорили насчет чтения. Ага. Что не так? Что мне исправить можно? Даша, да, там, ну я говорю, без, конечно, без учебника сложно достаточно, но тем не менее я вам скажу. Смотрите, там в чтении говорилось, и вы можете почитать еще в анализе, который дается на сайте FIPI, который мы сегодня разбирали с вами. Я не знаю, вы успели на этот разбор или нет. Там говорится о том, что читать вы должны так называемыми синтагмами. То есть, вы понимаете, вот вы прочитали предложение, которое звучит по-русски так. Если бы я была мужчиной, я, наверное, была бы более агрессивной в отношении продажи. Понимаете, у вас вот этого вот, если бы я была мужчиной, паузы вот этой вот, это называется синтагма, закончилась, не было именно реальной человеческой паузы. То есть, поэтому проверяющий сразу определяет, вы понимаете текст или нет. Вы читали монотонно на одном уровне, и было понятно, что можно здесь к вам придраться. Понимаете, да? Вот такие вещи. То есть, да, то есть вот здесь вот оборот этот. If I were a man, I'd probably be more aggressive about selling. Хорошо, еще какие-то вопросы? Настя, Анастасия? Нет, никаких вопросов. Ну а почему же, смотрите, мы же говорили сегодня и по вашим ошибкам, которые вы делаете. То есть, пожалуйста, следите за всеми этими материалами, которые выпускаются. Вот, если будут вопросы, пожалуйста, пишите. Да, напоминаю почту, куда отправлять домашнее задание. Ну, я думаю, что многие из вас знают эту почту, но все-таки на всякий случай.
почты, вот, пожалуйста. А, Богдан, есть какие-то вопросы? Нет. Нет, жалко, конечно, жалко. Ну хорошо, время наше вышло. Еще раз большое извинение за такой срыв, который произошел. Но бывает, но очень редко. Если нет вопросов, то тогда до следующих встреч. Всего вам самого хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.